Здравствуйте, второклассники! С вами Ольга Николаевна. Сегодня я предлагаю вам выполнить задание устного счета. Надеюсь, тетрадь и ручка уже готовы, и готовы вы. Приступаем к работе. Запишите число, в котором три десятка, а единиц на две больше. Запишите число, в котором три десятка, а единиц на две больше. Сложите 5 десятков и 6. Сложите 5 десятков и 6. 48 минус 4 десятка. 48 минус 4 десятка. 30 и еще столько же. 30 и еще столько же. От 97 отнимите 7. От 97 отнимите 7. Прибавьте к 64 20. Прибавьте к 64 20. Вычтите из 77 3. Вычтите из 77 3. Отдыхаем, проверяем ответы. 35, 56, 8, 60, 90, 84, 74. Продолжаем нашу работу. 18 минус 9, 18 минус 9. 5 плюс 6, 5 плюс 6, 17 без 2, 17 без 2, 13 плюс 7, 13 плюс 7, 14 минус 5, 14 минус 5, 9 до 7, 9 до 7. Отнимите 1 от 9. Отнимите 1 от 9. Вы решили все примеры, которые я приготовила. Проверяем ответы. 9, 11, 15, 20, 9, 16, 8. Надеюсь, вы все решили без ошибок. До скорой встречи!